Всем привет, дорогие зрители и подписчики. Мы продолжаем играть в Звездные войны Battlefront 2. Мы играем за Люка Скайуокера, за джедая. Это R2-D2, друзья. R2-D2, любимый дроид, который, возможно, силой обладает по некоторым теориям. R2-D2 обладает силушкой могучей. Так, какие навыки давайте у него посмотрим сразу. Толчок. Люк Скайуокер отбрасывает стоящих перед ним врагов силой. Способность позволяет сбросить их в пропасть или в опасное место. Отбрасывание. Люк Скайуокер вызывает подземный взрыв силы, наносящий урон стоящим поблизости врагам. Рывок. Люк Скайуокер ускоряется с помощью силы, двигается в любом направлении и нанося удары наносит удары своим световым мечом. Так, тут немножко темные надписи, тяжело читать, но я все понял. О, какая красивая планета, блин. Ой, не, не то. Не тронь меня, гребаные имперцы. Ненавижу империю. Точнее, ну, я не ненавижу империю, я же джедай. Изи. Лежать. Империя что-то ищет. Как красивая планета, блин. Вот движок единственное, что у EA есть. Нет, прячемся. Нельзя потерять здоровье. Восстанавливайся. Кто там наверху, а? Иди сюда. Ну, в том, что к женщинам плохо относятся, имперцев не обвинишь. Они тоже тут воюют, понимаешь ли. Reinforcements? Нет. Иди сюда. Кто там стреляет по мне? А, понял. Ублюдок. Получай. Живи, 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 Люк. Хорош. Джедай. Получай. Бежим, 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 бежим. Эй, ты чё? Я этого не хотел, говорит Люк. Не хотел вас убивать. Ну что вышло, то вышло. Бывает. Что-то неестественное здесь, в этой пещере, друзья. Looks like I'm not the only one who wishes the Empire wasn't here. Кто? Да блин, я не могу. Стоим, курим. Восстанавливаемся. Да блин, Люк, ну ты херовый джедай, блин, не учился в школе джедаев. Хе-хе-хе.
Прячемся. Восстанавливаемся. О, привет. Стоим, курим. Сам пришел ко мне. Восстанавливаемся, восстанавливаемся. До свидания, следующий. Нет, 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 прячемся, прячемся, прячемся. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько обходим этого говнюка. Ой. Что там происходит? Это джедай. I've heard 100 stories about the Jedi. They terrified me as a boy on Coruscant, but you... Come on. We need to work together if we're gonna get out of here. Вы поняли? Он слышал кучу историй о джедаях, и это были страшилки. So am I. It seems the Force has brought us together. What a stroke of luck. There's always more to it than luck. Right. The Force. Это, кстати... I'm sorry. That's what I thought. So why am I still alive? They didn't give me a choice. You did. Вот так вот, братишка. Джедаи не такие плохие, как тебя этому учили, промывали мозги на Корсанте, еще ребенком. Что джедаи злые, понимаете, как работает пропаганда, так что никому не советую телек смотреть. Всегда делайте свои выводы, ребята, всегда собирайте информацию сами. They're angry. We're invading their home. Amber. It's like concrete. Your heart is almost in contact. It shatters on contact, too. It's here. We're getting close to the Emperor's observatory. So that's why you're here. Don't worry. I'm here to destroy it. Уничтожить. А почему уничтожить приказано? Понял тебя, братишка. Ща разрушим. Ща. Your defense system is upsetting the wildlife.
I think we're waking up the bugs! I'll hold them off. Keep working! Блин, как здоровья-то много сжирают твари. Давай, Люк! Вы сколько их тут, этих жуков? Твою мать! Давай быстрее, Дел! Я хотел сказать, что Дел из отряда Инферно. Это наш чувак, если кто не понял. Но я думаю, все поняли. Дураков нет. Да, Дел, ты там скоро или не скоро? Лошара. Еще один терминал, да ты задрал! У меня здоровье уже подходит к концу. Все? Все? ГГ? Можем идти? Блин, еще один терминал, да ты задрал. Дел, братишка, что ж ты со мной делаешь? Твою мать, восстанавливаем здоровье быстрее. Я должен тут что-то делать? Не. Так я знаю, что нужна помощь. Отойдите от Дела, говнюки. Блин, здоровье, здоровье, здоровье. Все, побежали. Уходим быстро, 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 быстро. Фух, я справился. Whatever's inside these doors, those bugs don't like it. There's nothing on this thing. How am I supposed to open it? With a key. Why would the Emperor have a vault that can only be opened using the Force? Why do you think? You're telling me the man who destroyed the Jedi Order was secretly one of them? No. I'm telling you that as a boy on Coruscant, you were frightened of the wrong thing. Это было мудро сказано. Люк прям отрезал. The Emperor's protecting junk. This is all worthless. Not all of it. Вот эту штуку мы в каком-то фильме должны увидеть. Возможно, уже увидели, я не помню. Напомните в комментариях. I'd like to keep this compass, if you don't mind. My mission is to destroy this place. Why would I let you do that?
Because I asked. Thank you. I won't stop you from destroying this vault. But wouldn't you say the Empire's done enough damage to innocent worlds? Похоже, Дел нас предаст. Он же из отряда Инферно, из нашего отряда. Glad we were brought together, Del. So what happens now? We both walk off in separate directions and pretend like this never happened. I don't think you can. There's still conflict in you. Of course there's conflict in me. I'm not blind. I know what the Empire is capable of, but what else is there? A choice. A rebellion? No. A choice to be better. May the Force be with you. Нифига себе, какой Люк мудрый стал. В фильмах он вообще мальчишка. И ничего не понимающий. I don't know how this connects to Operation Cinder, but I have to trust the Admiral. Make the jump to Vardos. That's the Dauntless. The ship we rescued on Fondor, why is it here? Да, почему он здесь? Cargo. It's carrying their satellites. Moff Wraith said they were needed for Operation Cinder. Да что за операция такая, зала? Neither would the Admiral. Now I know why. Она знает почему. Почему? Потому что они здесь будут атаковать что-то здесь? На своей же планете, что ли? Я не понимаю. Что она поняла? Satellites are aligned, sir. Excellent. I did not call for you, Commander Versia. Vardos is our target? One of them, yes. Why? The entire planet and its people, they're loyal to the Empire. The Emperor commands it. Rule purge this planet and others. Fear shall spread and the galaxy will remember who is in control. This is our home. The Empire is our home. And we will do as the Emperor commands. I don't take orders from dead men. You take orders from me. Это бред. Ребят, что это? Серьезно? Не, ребят, я немного в шоке, конечно. Recover Protectorate Gleb. She is your only target. That is all. That is all. Ты разозлил бабу, а нельзя злить баб. Блин, бабы страшны в гневе, нельзя их злить. Блин, это тупость. Так, ребята, сейчас мы будем уже завершать.
I don't forget so easily, Agent. This storm is unnatural. I've never seen anything like it. The locals must be terrified. This is just the beginning. When people see what we've done here, that terror will spread throughout the galaxy. I'm just surprised we aren't evacuating civilians. Civilians are expendable. Our people will evacuate first. These are our people. This is an Imperial world. A place we're supposed to protect. Вот такие дела, ребята. Ну, я не знаю, кто там был сценаристом, кто писал сюжет для этой игры, но это, блин, вот сейчас вот эта операция Зала, это просто... это полный бред. Ну, не знаю. Блин, как после этого можно Империю любить-то, а? Они просто испортили мне весь кайф своими операциями непонятными, дебильными. Мы на своей планете, это наша планета, имперская, здесь все наши люди, блин, и мы ее уничтожаем? Эвакуируем только одного человека и какой-то там архив, чтобы распространить страх по галактике? Да блин, повстанцы просто поржут с нас. Ребят, я немножко... Я думал, будет что-то клевое, операция там какая-нибудь шикарная, мы надерем жопу повстанцам там в каком-то моменте. А оказывается, мы надерем жопу сами себе. Такое дело. Ладно, друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, продолжим в следующей. Посмотрим, к чему все это приведет. Да пребудет с вами силушка светлой стороны. Всем пока.